Сливайся. Есть, я знал, что я выиграю. Это было очень просто. Вы извините, но это придется сделать. Нет. Это было жестко на самом-то деле. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Сильвер, Хекер, Семечки, Матвей Геймер, Госдума и Тучка, Абгаймини. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас будет очень классная рубрика «Крокодил, дантист». Будем играть на желание. Если пять кушать, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Кто нажмет зуб и челюсть хлопнется, тот будет проигравшим. И мы должны будем ему каждый загадать желание. Желание может быть любое. Семечки, сейчас сольется, это проигрышный. Давай. Зуб. Ладно. Опа. Повезло, повезло. Так, теперь я нажимаю. Выберу другой крокодил, чтобы шансов было больше на победу. Хотя сначала сейчас одного. Не-не-не, пацаны, зря вы так думаете. Потому что я лучший игрок в эту игру. Я должен победить. Я должен сегодня загадывать желание. Представляете, вы умираете, и вам 7 человек начинают загадывать очень жестко. Не бойся, не бойся. Красавчик. Не бойся, ты умрешь. Молодец. Я думал, ты сольешься. Обычно новичкам не везет. Красавчик. Ускоряемся, пацаны, тоже. Давайте, не я сыте. Я, пожалуй, возьму другой зуб. Чтоб никто не успел спланировать. Так, семочка, сразу погнал. И проиграл, смотрите. Ладно, повезло. Блин. Так, смотрите, так как я очень опытный, я даже не могу запрыгнуть на зубы. Отлично. Шансов все меньше и меньше на победу. Сейчас в рандомный момент кого-то прихлопнет. Я думаю, до меня даже очередь не дойдет. Зубов очень мало осталось. Сейчас проиграешь. Ну! Жми. Красавчик. Тяжело дается ему нажать зуб. Надо же букву Е нажать. Так. Он сейчас проиграет, смотрите. Ладно, повезло. До меня что, очередь дошла? Нет еще. А, ладно. Ладно, я уже на радостях, давай все жмякать. Так, вот сейчас смотрите, до меня очередь не дойдет. Проиграет. Сливайся. Есть, я знал, что я выиграю. Это было очень просто. Вы извините, но это придется сделать. Нет. Это было жестко на самом-то деле. Это нормально. Это нормально, да? Будем. Ой-ой-ой, дамажит как. Пацаны, мы выживем. Это наказание всем было или только ему? Это было жестко. Хорошо, я запомнил твое желание. Ты боишься высоты? Не очень. Хорошо. Прощай. Водичку. Пацаны, он летит. Ой-ой-ой. Водичку, говорит. Берем стул. Стул, я сказал. Ага. Берем стул. Берем ракету. Ты готов полетать? Ой. Твое желание как-то не очень. И так и должно быть, да? Против него сработало. Давай веревку я прицеплю, хочешь? Веревку. Давай. Нет, я... Ты же строитель. О, у нас, а? От бога. Так, пацаны, наблюдаем, что сейчас... Отойдите, она взорвется. Я знал, что так будет! Все, твое желание тоже, да, всех уничтожить? Красавчик, да. Следующий. Я. Так, давай. Это просто был расстрел. Матвей, удиви ты нас чем-нибудь. Иди за мной. Давай. Вот, а птицы там живут. Отходите все. Ты в лесу там сидишь? Джуманджи. Пацаны, отходите все. Тебя будет... Блин, да что у вас за желание так и убивать всех? А, ты хочешь придавить его как мухобойку? А, ну это тяжело, конечно, сделать. Так ты сто... А, надо ее просто бросить над ним без физгана. Только я тебе скажу, подскажу, да, попасть надо. А, не попал. Короче, просто пришлепнул. Включаем всех крокодайлусов и делаем второй раунд, потому что я хочу еще позагадывать желание. Все, поехали. Сильвер, стартуй. Будет прикольно, если кто-то умрет сразу на начало игры. Я уже даже придумал желание, которое тебе сделаю. Я тебя из танка буду стрелять сильно в живот. Молодец. Нажимай. А, я? Я из той тучкой переговариваюсь тут. Да не, я не умру. Ага. Красавчик. Нет, затащил. Не работает. Красава. Куда? Пацаны, не спешите. Ой! Ну что, Матвей? Ты готов страдать?
Чудо ты ему такое придумал? Отойдите! Я знаю, что он хочет сделать. Это очень мощная бомба. Кассетная, по-моему. Да-да-да, она сейчас будет много раз взрываться. Ой. Красиво. Так, у меня есть снова желание с бомбой. Ты там где? Иди сюда. Блин, только не жестко же, а то еще гаррисмот вылетит. Ну сейчас. Я на тебя... О, это нормальная вещь. Так, дальше, что ты хочешь ему сделать? Тоже стул поставить? И веревка фигарить? Ну, короче, работаете по старой схеме, да? Давайте, взорвите ее, это вы умеете. А, блин, сейчас бомба еще пойдет. Нет. Я зафризил. А, вот так? Приварить хочешь? Это не приварил. Ты не приварил. А, хорошее желание, хорошее, мне понравилось. Красивый пуск. А, ты, короче, его парами от ракеты, да, решил обжечь? Даже базука не понял. Даже базука. Ой, вот это было красиво. Это было нормальное желание, к сожалению. Задумка хорошая, но реализация не очень, на самом деле. Да, да, да. Воздушный удар, бегите, глупцы. Вот так не достанет. Ой-ой-ой. Это было мощное желание. Это было красиво, кстати. О, пацаны, берите все гранаты. О, давай. Вот так подходите к нему и на правую кнопку мыши на счет 3 бросаем. Все готовы? Да. 1, 2, 3. Все, отходите. От одной гранаты вот точно так не улетел. Это было красиво. Так, кто там у нас? Госдума, а давай теперь ты какую-то фигню загадай. Матвей, лети за мной. Вот. Вот ты к стенке беги. На счет 3 я стреляю. Ой-ой-ой. Ух ты, промах... Да ты даже с этого попасть не можешь. Вот я думаю, ты должен... Ладно, ты не слился, повезло. И тучка по-любому умрет. Нет, это ты умрешь. Хорошо. Семечко давай. Семечко давай. Молодчик. Красавчик, вообще не задумываясь. А я не умру в этой серии, я лучший игрок буду. Я думаю, ты умрешь. Я думаю, ты не умрешь. Тогда я ж просто его вздумал. Да. Красава. Ну, вот бы хотелось, чтобы 2 раза кто-то умер. Вот это было наказание, весь ролик убирать. Хорошо. Есть. Сейчас Госдума идет. Так сейчас Димас робот проиграет. А, да, Дима, точка. Давай, Дима, проиграй. Я лучший. Ну, блин. Блин, так все быстро, я не хочу проиграть, а чувствую, могу. Ты хочешь? Могу. Я хочу жить. Так и знал. Ой, это что-то мощное. Давай, я даже на корточки сяду. А, не сильно мощное, это не сильно мощное. Мощное. Это типа там, за император. А что на... Ого. Не мощное. Ого. Я отлетел на 10 метров. Ну шо, Димос? Давай. Смотри, поворачивайся. Поворачивайся. Теперь жди. Чего? Ого! Нифига себе, я нырнул рыбкой. Ладно, давай вот это. Бомб. Короче, они решили меня сегодня разорвать. Ну да, а чё? Сейчас бомбанет. Отходим. Вот это сейчас будет взрыв, смотрите. 3, 2, 1. А я чё не отлетел? Ого, наши крокодайлусы горят. Вот, стой здесь. Стою. Так, что он задумал? Ого. Прощай. Ух ты. Расстрел. С базуки фиганул. Можно было и одной, зачем 1000 штук пускать сразу? 4. Хватило. Ты что, решил меня монтировкой забить? Ну ладно, пусть будет так. Надо было пинками. Красава. Дальше кто? Я тут мины расставил. Ого, давай, ты тут приготовил. Ну давай, хорошо. Я прям на них буду стоять. Это сейчас будет мега взрыв, пацаны, готовьтесь. Они не взрываются. Взрывается, еще стреляй. Ну сейчас. На. Вот, да, вот это ты зафигачил. Ой-ой-ой. Хорош. Они сначала не взорвались от выстрела. Это было красиво. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Подрывай. Баба. Всем пока. Всем пока.